Петя, ты живой? Игорек, что ты ходишь? Иди сюда. Игорек, давай разомнись, переоденься. Вот там молодой человек, не его сюда. А он пойдет как раз к тем парням. А ты уже разберешь. Петя, Петя, мы вот туда, к нему. Того возьми. Игорек, а вы вот вдвоем. Что ты? Что? Сама будешь бороться? По сам по через неделю, да? Ну не на это, а следующее. Я позвоню тебе, скажу как и что. Что за разговоры? Заправились. Еще одна схватка в партере. Так. Заправились. Пошли вокруг ковра. Три круга сделали. Еще раз, мои дорогие дети, ученики. Предупреждайте родителей, предупреждайте друзей, девушек, мальчиков своих, чтобы во время тренировки старались не звонить. Только в крайнем случае могут родители. Приготовились, еще одна схватка. Готовы? Также приготовились. Маша, идешь к Мадалене. Сели на колени, а что за что ты жену? Готовы? Через минуту, Ирина, засеките время.
Ксюша, тебе нормально? А ты поменяла? Или мешка взяла? А он с кем был? Воспитать надо, да? А где Георгий? Георгий с кем? Он со мной. Он с тобой. Кто остался один? Я. Ты? Где Денис? Готовы? Петя, Петя, ты проверь вон того пацана. А, не, Петя. Да, Влад. Влад, нет, Влад нет. Кто там у меня боролся? Денис, с ним можешь бороться? Да. Или тяжело? Нет, говори как есть. Аджимэ, боремся. Иди возьми, боец, Сергея Петру. Петру, вон туда, иди борись, Петя. Иди, ответь, что ты же. Вот, Петя, Петя. Вот борец Сим. Сим. Дай, не ломай. Да. Души чемпионку. Только аккуратно. Смотри, как только сопли появятся, отпускают. Делаю держание. Если посчитать до 30, уже и считать не можем. Сырбу, что ты лежишь? Работай, Сырбу! Мальчики, бутук, стоп. Ты дергаешь и головой, голову, капу, тынга, дряб, и потом дергаешь. О, Машенька стоит. У нее фотосессия. Борис, Маша! О, пожалуйста. Хрюк. Но ты расслабилась. Я думал, что ты покакала целое лето, а ты вроде бы курсы закончила, получила лицензию. И у тебя силы не хватало. Маш, а ну соберись, Маш. Маша, лук-то лосол. Ну, не надо отрабатывать. Лук. Сырву мате, стали на колени. Эй, она тебя держит, ты ни болевой не делаешь, просто не сидишь и все. Аджина. Я за ту же жизнь еще и вытащил. Руки вот здесь. Время. Дань. Ты в парке его так? Круто. Защищайся. Все, встали, пошли вокруг ковра, заправили. Сколько времени? Тысяча первый, второй, третий, четвертый. 13, 14, 15 соревнования. Можно тело сжимать? По-моему, нельзя. Нельзя. О, он мне говорит, можно, так меня сдавил. Эй, кто? С кем ты боролся? Сыр. Сыр бы мой цират. Где этот сыр? Я тоже. Эй, что ты делаешь? Разве можно взять ногами и сжимать тело? Это что за прием у тебя такой новый?
Это у вас на селе так борется, да? На селе так по тринке, наверное. Лягут и друг другу кто сильнее. Держать можно, но сжимать нельзя. Ты что? Тем более ты с девушкой борешься. Блин, я офигею. Это ты Денису можешь. Его папа придет, тебя убьет и все. Так, мы вчера бросок изучали. Бросок через плечо, захватываем за одну руку. Так, кто показывает? Брось ее, Валерия, в центр. Еще раз напоминаю, вот Георгий делает. То, что вчера делали. Бросок. Вот этот бросок, еще бросок, захват одной рукой и сюда. Вот сейчас. Вот так, отсюда. Можно за локоть взять. Все, встали по парам. Значит так. Аджимы. Делаем броски. Маша, что это за манера у тебя? Ходите вот это вот. Ты тренер. Так, Сырму, идешь к Ксюше, Ксюша бросает тебя. Его? Давай, бросай его. Танец, иди сюда. Стоп, боец. 50. 50. Слава, работаешь. Никита, вы вдвоем. Мадалена, ты где? Вот где? Только ты бросаешь, он не бросает. Аджиме, пошли! Можно я? Нет, Мадалена, вин кваш. Ошизаться. Вы вдвоем. Ты вдвоем. Ты делаешь чаще раз, он чаще раз. По 5 раз и меняемся. Ксюша все время бросает. Не надо мне, все равно мешок. Хорошо. Пошли 5 бросков. Эй, ноги шире. Ноги печори, печори, шире. Ксюша, падаешь, он не успевает тебя присесть и встать. Ты вообще полностью, он просто хорошо, что он маленький. А если бы чуть повыше, сейчас бы головой не снизу. Матей! Еще раз, все броски наружу. Влад, лимба румына. Все броски с центра наружу. Скажи на румынском, пожалуйста. К ним повернись и громко. К ним повернись вот совсем. Повернись ко мне спиной. Скажи громко. А, смотри, все броски с центра наружу. С центра наружу все броски. Еще раз. Еще раз скажи. Все слышали? Аджиме! Аджиме! Не касайся локтями, он касается головой. О, о, о. Change other character, change that. Марья Ивановна, вы можете по одному разу бросать, Машенька. По одному разу, потому что 5 раз у вас на тренировку уйдет. Молодец, Андрюха. Игорь, мы все ранее, мы все наружу броски, по-русски говорим. Дай, сделай через бедро. Смотрите, как они делают, мы тоже будем делать. Не сейчас, мы будем делать. Точно. А через бедро колено. Вот так. Можешь? Точно? Давай. Стоп. Так. Иди к Владу.
не слушаю. О, молодец, вот сюда, ты вот весь экран занимаешь. Три камеры на вас сразу. Давай, толстый. Что? Честно. Ты же не честный, я не понимаю.
видишь, что можно, что увидела в холодильнике, то и жри. А если ты не можешь жрать, ну если, значит, плохо тренировался. Так, Игорёк, что ты упал, блин, что с тобой? Ну я понимаю, на. Давай, 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 все, шара кончилась. Так, здесь, здесь, сюда пойдет. Сейчас, сейчас, еще. Еще раз. Валерика, долго ходишь? Валерика, долго ходишь? Следующий. Сейчас, одну секундочку я.